Завершился Берлинский международный марафон. Мужчина на 42 километрах лучшим стал эфиопский бегун Гуи Адола. Он преодолел марафон за 2 часа 5 минут 45 секунд. Вторым финишировал кенийец Батвил Йегон. Третьим стал эфиоп Кенениса Бекеле. У женщин победительницей стала Гатитоп Гебреселасти. Второе место заняла Хивот Гебрекидан. Третье – Элен Тола. Все три спортсменки – эфиопки. Берлинский марафон проводится с 1974 года. Забег был отменен однажды, в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Призовой фонд марафона составляет $1 миллион.